Парень просто погладил этого пса по макушке. Говорят, что мы живем в каменных джунглях, где каждый сам за себя и выживает сильнейший. Но, к счастью, в нашем эгоистическом обществе есть добрые люди, которые готовы помочь ближнему. Бродячие собаки не пользуются любовью у жителей больших городов. Их побаиваются, обходят стороной. Но в сущности, все эти животные – несчастные создания, которым приходится мерзнуть зимой, мокнуть в дожди и вечно добывать себе пропитание. Однажды молодой человек прогуливался вдоль реки. На другом, не столь далеком берегу он увидел немецкую овчарку. Непонятно, как она туда забралась, ведь берег реки был забетонирован, а подходы к нему перекрыты забором. Было ясно одно – обратно собака выбраться уже не сможет. Таким образом, она могла погибнуть от голода. Овчарка просто бродила по бетонному берегу и обреченно смотрела на парня. Он решил помочь животному выбраться из ловушки. Парень сбегал домой и принес лестницу. Он сам спустился к реке и подошел к собаке. Молодой человек захватил с собой немного еды и угостил ею несчастного песика. Когда собака расположилась к человеку, он погладил ее по макушке и осторожно надел на нее ошейник. Овчарка не протестовала. Тем временем знакомые парня сбросили вниз клетку, с помощью которой они подняли животное наверх. Больше всего операции по спасению собаки радовались соседские дети, которые пришли посмотреть на небывалое действие. После этого парень забрал собаку. Теперь у Бигги, так молодой человек назвал овчарку, появился новый дом. Но главное, пес обрел самого лучшего друга, который точно не бросит его в беде. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.